Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России разрабатывают программное обеспечение для дорожных камер, которое позволит им распознавать опасное вождение. Например, водитель играет в шашечки или движется в левом ряду со скоростью, превышающей скорость потока, и вынуждает других автомобилистов перестраиваться вправо. Напомню, что термин «опасное вождение» включили в правила дорожного движения 5 лет назад. Однако наказание за это до сих пор не предусмотрено. Трасса 101. МВД планирует начать переговоры с руководством регионов об установке на дорогах камер, фиксирующих разговор водителей по телефону, штраф 1500 рублей. Такие комплексы появились в конце прошлого года в Москве и собрали неплохой урожай. По официальным данным, за 5 месяцев этого года к ответственности привлекли почти 3000 любителей поболтать по телефону за рулем. Полицейское ведомство считает, что данную практику надо как можно быстрее распространить на всю страну. Трасса 101. Нас снова пытаются убедить, что переживать из-за растущих цен на топливо не стоит. Мол, в других странах все намного хуже. А Россия? Россия сейчас находится в топ-3 европейских стран с самым дешевым 95-м бензином. Казахстан – 34 рубля за литр, Россия – 50 рублей за литр, Беларусь – 58 рублей. Самый дорогой в Европе – 95-й, в Нидерландах – 162 рубля за литр. Трасса 101. Самым востребованным подержанным легковым авто стоимостью до 1 миллиона рублей сейчас является «Лада Приора». Серебро принадлежит ВАЗовской 14-й, бронза – «Ладе Гранта». В ценовом сегменте от 1 до 2 миллионов лидируют «Тойота Королла», «Тойота RAV4» и «Киа Спортейдж». Что касается машин с пробегом дороже 2 миллионов рублей, то тут пальма первенства принадлежит трем «Тойотам» – «Лэнд Крузер», «Лэнд Крузер Прадо» и «Камри». Трасса 101. В Москве на продажу выставили спорткар «Феррари» за цену, которую можно считать рекордной для подержанных авто. Ну, как подержанных, на одометре купе красного цвета, выпущенного в 2014 году, всего-то 500 километров. Ценник – почти 240 миллионов рублей. Ни бит, ни крашен. Машина оснащена гибридным мотором объемом 6,3 литра, количество лошадей – 963. В Кировской области размер транспортного налога на такое авто составил бы почти 150 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.